Всем привет, с вами Шутер ТВ. Прямо сейчас мы продолжаем играть в самую реалистичную игру под названием War Thunder. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Главный герой сегодняшнего дня — М4, А3, Е2, он же Джамбо. Попали мы с вами на карту Карелия. Выбрали крайний левый респаун и принимаем решение двигаться по центру карты. По мини-карте также видно, что большая часть команды также едет по этому направлению вместе с нами. Колесники и легкие танки уже опередили нас, но Джамбо довольно-таки быстрая машина и не сильно уступает им по скорости. Видим через бинокль вражеский танк и даем по мини-карте метку. Спускаемся вниз к тропинке и проезжаем по ней вперед. Далее нам подсвечивают танк, который спрятался за камнями. Сейчас попробуем заехать к нему в гости. Ай, ну знаете что, похоже, это был поворот все-таки не туда. Будем откатываться назад, получаем еще один выстрел. Тушим баки. Да, и все-таки крепкая броня у Джамбо. Откатываемся назад, так как помимо Черчилля тут есть еще танки. Против всех, как говорится, не потанкуешь. Видим в прицеле ПТ-76Б и ждем перезарядку. Тут внезапно выкатывает француз, даем по нему шот и ничего. Снова жду перезарядки камерного снаряда. Выстрел. АМХ-13 отправляется в ангар, получая еще одно танкование, перезарядка. И ПТ-76Б тоже следом отправляется в ангар за французом. Замечаю по маркеру танк, выстрел и не пробиваю щеку совета. Тут мне выбивают ствол Черчилль, который ждал своего звездного часа, и буду откатываться назад. В надежде, что союзник, стоящий сзади меня, прикроет, встаю на ремонт и даю метку по мини-карте. Кидает вторую артиллерию на меня. 15 секунд до конца ремонта. Третью артиллерию. И четвертую. Черчилль все же отправляет нас в ангар. Да. Выстрел через кусты прямо в ахиллесову пяту. Карта Берлин, сражение. Нажимаем в бой. В этот раз едем через центр, в надежде поджать вражеский респаун. Встречает Джамбо, наш длинноствольный коллега. Скорее всего, также поедет по речке к точке Б. Спускаемся мы с ним вниз. И я его толкаю чуть-чуть, чтобы он не терял скорости. Но на самом деле мне просто не хотелось его объезжать, поэтому немного толкнул. Далее проезжаем под мостом. Аккуратненько. И будем сейчас подниматься наверх, чтобы осмотреться и кого-то, может быть, подловить. Замечаем приближающийся легкий танк, он отстреливается дымами, играем на опережение, он останавливается, и мы делаем первый свой фраг в копилку. Далее у реки стоит вражеский танк, он откидывается дымами, а мы тем временем пока проезжаем вперед.
Замечаем вражескую ПТ, останавливаемся. Выстрел и уже второй фраг. Внизу у реки немецкий тигр отлетает от нашего старшего брата. В точке А проезжают два немецких танка. Пантера отъезжает. Ждем перезарядки. Наводимся, даем выстрел. И тигр следом отлетает за пантерой. Вот, Джамбо во всей своей красе танкует броней. Даем выстрел, и казенник отправляется на ремонт. Пытаемся танкануть. Отлично, и забираем еще тигра первого. Даем пулеметом под свет и забираем дикер Макса. Слева кто-то едет. Осматриваемся. Видим два танка легких. По мне один отстреливается, выкатываюсь. Даю шот, и это был бульдог, которого мы уничтожаем. Ставим на перезарядке. Танкуем баками очередной раз. Скорее всего, через окошко проезжаем вперед чуть-чуть. Тушимся. Ждем момента перезарядки. Жду подходящего момента. Выкатываюсь потихонечку, аккуратненько вижу. Эх, союзный С-2 забирает пуму. Так, замечаю я еще один танк справа. Но отсюда мне его не достать никак. Будем прорываться пока вперед. 18 меня обгоняет. Замечаю я еще один тигр. Даю выстрел. Отличное попадание в стык между башней и корпусом. Будем ехать дальше. Вроде больше никого не видно. О, пана, техника уничтожена. Вот это я понимаю скилл. Да, неудачная серия выстрелов по самолету. Этому М-18 явно нужна наша помощь. Будем сближаться сейчас. Все-таки союзников нужно спасать время от времени. Так, выкатываемся. Наблюдаем тигра. Ломаем ствол. Получаем шот по нам с непробитием. Клинчуем, даем выстрел. Тоже неудачный. Так, будем стрелять по тигру, наводимся, есть попадание, откатываемся чуть назад, танкуем еще один выстрел, замечаем пантеру, даем выстрел заряжающий, к сожалению, еще танкуем выстрел от пантеры, М-18 молодец, пробивает сковородку, едем вперед, даем выстрел каморным, и нас забирает сковородка. М-18, как так, ты же ему в борт стрелял. Ну, собственно, вот такие два интересных боя за сегодня у нас были с вами. Всем спасибо за внимание, с вами был Шутер ТВ, до свидания.